У нас сейчас большая часть населения, нашего сознательного населения, очень тревожно, беспокоенно испытывает боль за хранителей нашего города, за деревья. Больно ездить по улицам. Тяжело стало. Если раньше мы с радостью выходили на улицу, с ними прогуливались, сейчас стало тяжело и больно. Предлагаю людям посмотреть в интернете, хотя бы ознакомиться, что такое проект Skyway. Преимущество этого транспорта в том, что он находится над землей, он не будет иметь столкновения с объектами на земле. То есть снижается аварийность, снижаются жертвы и, соответственно, скорость повышается, потому что все над пробками. Добрый день, меня зовут Мухтарова Лилия Грессовна. Я вчера ознакомилась с вашей публикацией, в которой чиновники предлагают закрыть детский реабилитационный центр для беспризорных детей. Чиновники хотят таким образом решить проблему нехватки детских садов за счет самых социально незащищенных слоев, это детей-беспризорников, которые, в принципе, лишены опеки и родителей, и семьи, и всех.